В детстве вы кем себя видели? То есть, ну, все же мальчики, девочки мечтают, что они станут писателем. Писателем. Мы в 15 лет опубликовали. Ну, скажем так, в осознанном возрасте, не там в 7 лет, когда хотелось мороженое продавать, чтобы было много его всегда. А в осознанном возрасте я мыслил себя, конечно, писателем. Я мечтал, что в 2000-м... Ну и как, это же была еще и амбиция, это же всегда детские амбиции безумные, стать великим писателем. Мне хотелось в 2000 году получить Нобелевскую премию.